Самовар тапшыру. Бу күңіл ашу форматы. Қонақ шығару темасы турында тапшыру башланғанша қадар білмей. Аның бұрышы сынауны интуицияны көрсету. Һәм мүмкін қадар татар дүниесі турында сөйлеп жіберуге керек. Доброго времени суток. Меня зовут Энже, и мы находимся в штабе татар, татарской молодежи, на YouTube-канале, на программе «Самовар». Сегодня мы будем угадывать, в честь кого названа та или иная улица. Я сделаю все возможное, чтобы это все вспомнить. В общем, приятного просмотра. Самовар. Площадь Тукая. Тукай – это поэт, естественно, это все знают. Я знаю про него несколько разных историй. То, что он в 4 года стал сиротой и добивался всего сам, очень этим восхищаюсь. Я даже помню, что читала про то, как его дедушка вывел его на базар, чтобы отдать любому желающему, просто чтобы его увезли. И помню, что он умер до 27 лет от туберкулеза. В принципе, все. Это писатель. Писатель, да. Если не ошибаюсь. Так, дайте мне секундочку. Так, сейчас, если я не ошибаюсь, это или писатель, или публицист. По-моему, публицист. Это же поэт. Нет, не поэт. Это писатель. Писатель. Да, я знаю. Ой, это такой человек вообще просто. Это, получается... поэт, татарский поэт, которого убили за партизанство, если я не ошибаюсь. То есть, когда его забрали в плен немцы, он там начал организовывать такое сообщество среди татар для партизанской деятельности. И получается, он это делал для Советского Союза, а не против, но его расстреляли и только потом доказали, что он был хороший. Ой, я знаю, кто это такой. Это разведчик. Очень классный разведчик, если так вообще можно говорить, потому что это чисто мое мнение. А его работы, его публикации, книги до сих пор читают. Это был очень талантливый разведчик, который мог выведать очень много информации. То есть он был такой умный и хитрый. Да. Это поэт. Да? Это маршал, это военачальник. Насколько помню, он хорошие стратегии приводил в действие удачно. Это где эта улица? Я, по-моему, там не жила. Я занималась научной деятельностью, я знаю, кто это тоже человек, наука, это химик. Улица. Если честно, если я могу, конечно, свое мнение высказать, это человек-революционер, с Лениным там у них что-то было. Вот это поворот! Самовар! Я по максимуму ответила. В общем, если вам понравилось, буду очень рада вашей поддержке. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, я все прочитаю. Поцелуйчики, спасибо!